А вот фейерверки, как и спички, детям не игрушка. Не говоря уже о просроченной, а уж тем более несертифицированной пиротехнике. Она опасна не только для подростков, но и для взрослых людей. Но уж очень трудно представить Новый год без бенгальских огней и праздничного салюта. Но чтобы обезопасить себя и свой дом, специалисты настоятельно рекомендуют ответственно подходить к выбору пиротехники, покупать салюты только в лицензированных магазинах и использовать фейерверки вдалеке от дома, на открытой местности. Заключение различных экспертов показывает, что просроченный срок использования петарды, которая горит, допустим, 6-8 секунд, хотя бы на один месяц, сокращает срок ее горения на 10-15%. Сразу можете определить, что если человек ориентируется на 8-10 секунд для того, чтобы петарда сработает, и надеется на это время, а срок просрочен, она сработает через 4 секунды и сразу последствия. В лучшем случае это травматология. На сегодняшний день работает несколько межведомственных комиссий, которые выявляют, где торгуют некачественной пиротехникой, где торгуют пиротехникой с нарушением норм пожарной безопасности.